Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 25 марта. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Вороны садятся на землю или снег к потеплению. Рыба-голец в ясную погоду начинает в аквариуме вилять длинным телом к приближающемуся ненастью. Лисы и зайцы, лоси и кабаны перебираются из привычных мест обитания на более высокие, к сильному паводку. А какая же погода ждет нас завтра, 25 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Мясной Бор Новгородского района Новгородской области воздух прогреется до 4 градусов. Неожиданно температура снизилась на 4 градуса, да и еще дождь добавился. В поселке Мясниково Любимского района Ярославской области плюс 3 градуса. Осадков пока ждать не стоит, только к концу недели дождик немного поморосит. В поселке Мясная Красновишерского района Пермского края за окном плюс 3 градуса. И там без осадков день не пройдет. Только на Урале еще местами падает снег. Ну, так не пойдет. Уже весну пора встречать. В селе Мяснянка Мантуровского района Курской области столбик уличного термометра остановится на отметке плюс 6 градусов. Хороша погодка. С самого утра яркое солнце. Самое время для прогулок. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!